Всем доброго дня! На нашей окушечке необходимо поменять на передних ступицах подшипники. Олег говорит, деревенский человек должен уметь все. И за теплицей ухаживать, и машину ремонтировать, и трактор водить. Так что буду учиться у него всему, что связано с техникой. Вот новый подшипник, ступицы. Будем от старого подшипника. Чтобы тот подшипник не разбивать, так вот наставляем. Сначала немножко ровненько забиваем, чтобы он ровно вошел, без перекоса. Дальше старый наставляем. И аккуратно, чтобы этот не сместился никуда. Аккуратно забиваем. Олег потихонечку. С Божьей помощью. Тут надо пальцами придерживать два подшипника, чтобы этот не соскочил, не ударил по этому. Да, пальцами придерживать, чтобы тут не соскочил. Аккуратненько, да. Соскочил немножко, но так как я потихоньку бью, стучу, он не повредил. Это надо чуйку иметь. Можно так отдохнуть немножко. Так, идет, ровненько, слава Богу. Можно сказать, работа на коленках. Хорошо маслом смазать его. Маслицем, да. Ну, видишь, там масло. Маслица. Угу. Ступицу стойки, передней стойки Олег снял. Один подшипник. Надо стучать, а пальцами чувствовать, входит или не входит. Вот здесь вот. Да. Вот. И перекос тоже чувствовать пальцем левой руки. В общем, пальцы. Пальцами чувствовать, идет он, не идет. Вот сюда вставлять их, палец, между подшипником и ступицей. Да. И потихоньку чувствовать. Если не идет, значит перекосом. Надо посмотреть перекос. Посмотреть, где как перекос. Вот, видишь, поэтому бить нужно легкими движениями, не сильно бить молотком. Потихоньку бить, да. Если бы здесь была плоскость, то можно было бы сильно. А там остро, да? Потихонечку. Я дольше буду искать что-нибудь. Больше делать приспособу, чем так. Потихоньку, аккуратненько. Так, осталось сколько уже миллиметров? Сантиметр где-то, да? Или меньше? Миллиметриков. Ну, вот в конце нужно... Особо, да? Да. Потому что не чувствуется. Уже пальцев не хватает, да? Нет, пальцы туда не ходят. Да, я говорю, пальцы уже... Не чувствуется сдвиг. Так. Осталось 5 миллиметров. Ой, по одной стороне так долго долбишь. Ну, он уже не уже перекоса не будет, потому что... Уже перекус до половины, когда еще. Ну понятно, да. Зашел полностью, покажи. Ну, уже зашел, да. Уже тут ступчик уже есть. Теперь можно. Теперь нужно, чтобы этот. Вставить старый обойм. Чтоб стопорное кольцо туда встало, да? Да, его надо утопить. Утопить надо. А, надо с другой стороны вставить стопорное, чтобы он уперся, да? Чтобы он не вышел. Упорное кольцо, да. А, это не новое, это старое кольцо, да? Ну да.
аккуратно, чтобы не перегнуть и не сломать. Прям руками, прям пальцами вставил. Ну, да, вытело. Хорошо. Теперь можно постучать. И можно стучать, пока не дойдет до него. Пока не упрется. Сел подшипник. Еще можно чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Чувствуешь, что звук другой, да? Что подшипник уперся? Да. Да? Конечно. Вот видишь, плотно сидит. Ну, конечно, плотно. Так. Вперед такое чувство. Хоть и стальное, но все равно гнется. Лишь бы не сломалось. Да? Оно не сломается. Нет. В умелых руках. Так. Защелкнулось. Все, подшипник на месте. На коленочках. Дело мастера боится. Ну все, ничего не повредили. Ничего не повредили. Ничего не сомнули. Подшипник хорошо работает. Смазан? Вон, заводская. Заводская смазка. Прикрутить к стойке, одеть шрус, шрусовую гайку закрутить. Да? Угу. Наконечники. Пыльники все целые? А еще нужно... У шаровых. Саму ступицу набить. Саму ступицу набить, да, в кулак, да? Да, здесь должен быть еще стоит. Такой вот пыльник. Что это? Пыльничек? Понятно. Что-то пыльничек какой-то... Металлический. А, металлический, я думаю, то страшный, да. Такой. Понятно. Пыльник БУ, да? Ну, конечно. Пыльничек таким молоточком. Что это у тебя за молот такой? Универсальный. Универсальный, да? На все случаи жизни. Молот. Ну, в умелых руках можно даже оконные гвоздики забить. Понятно. Так, а ступицу? Ступицу смазал. И добить надо. Да, тоже аккуратно, чтобы подшипник. Аккуратненько до конца, да. Без пресса. Так вот, на коленках. Тихонько. Ну, она легче входит, чем подшипник. Ну, да. Но все равно. Все равно аккуратненько. Так, ну уже как. Пошло. Перекусом немного. Так, бить по центру. Угу. Да, да, да. Другую надо приспособить. Так, что у нас тут? Молоток без ручки. Таких у меня много. У тебя таких много, ты такими не пользуешься. Мечтаю ручку сделать. Крутится хорошо. Желательно топор делать в подшипник. Кто его знает? Конечно, это уж не первая ступица, которую собираем таким образом. Это не первая ступица, которую таким образом. Да, надо вот мизинец вставлять сюда вот и чувствовать, идет она, не идет. Не защемит там мизинец. Да. Если в общем... Чувствует, как его прижимают, защемляют. Ой. Ой, значит. Ну что, там
Мизинец, стой. Уже не проложишь. Что там, твой мизинец уже? А, нет. Какой-то ход есть. Люфт какой-то, нет? Не, ну он когда прижмется к шрусам. А, шрус? Люфтом будет. Все, вставили, зашел. Вот эти болты нужно все обязательно смазывать. Лучше бэушная или, ну, трансмиссионная смазка. Она лучше цепляется и держится, дольше держится. А, отработка? Да, трансмиссионная отработка. Так, все, одеть диск, суппорт, наконечники прикрутить. Видишь, я все знаю. Да, да, да. Еще этот, отрегулировать сход. А, сход, заодно сход, вот да, вот да, да. Рулевой теме. В общем, одну уже ступицу сделала, это вторая. Так что окушечко у нас будет как новое.